В 2020 году России ждет очередная перепись населения. Фаза активной подготовки к этому масштабному событию уже началась. Задача на ближайшую перспективу – уточнить список жилых помещений, чтобы впоследствии формировать участки для переписчиков. На этих картах район делят на участки. В один такой участок должно попасть порядка 600 домов. Также в Иваново-Стате заблаговременно прорабатывают маршруты этих участков, чтобы переписчикам было легче выполнить свою работу. Пример, вот у нас Фрунзенский район, открыта карта, находится улица вот Парижской коммуны. Естественно, мы выбираем участок так, чтобы человек, наш переписчик, ну, пока наш регистратор, он не проходил Парижскому на эту улицу. Не дай бог, под машину попадет или что-то. Поэтому мы делим их очень аккуратно, смотрим, чтобы человек не пересекал проезжую часть. И также мы, когда устанавливаем непосредственно маршрут, мы делаем это так, чтобы человеку было удобно, комфортно, чтобы ему не приходилось, допустим, из одной части района ехать в другую часть района. С момента предыдущей переписи прошло почти 10 лет. Где-то появились целые микрорайоны, а где-то снесли старое жилье. Задача регистраторов, которые приступят к работе с 1 сентября, заключается в том, чтобы уточнить на местности наличие жилых домов и количество проживающих в них. Наши регистраторы будут ходить по всей территории Ивановской области. Это не выборочное обследование, это сплошное обследование. Они все будут ходить с удостоверениями, и удостоверение действительно при наличии паспорта. Если они будут спрашивать, сколько человек проживает в данном помещении, их не будет интересовать ни пол, ни возраст, только чистая цифра, сколько проживает. В сентябре перепись 2020 обретет свой логотип. Конкурс на лучшую эмблему уже подходит к концу, и конкурсная комиссия выберет лучшие работы. В призовом фонде 570 тысяч рублей. Будет три главные премии по 190 тысяч рублей каждая, за минусом налогов. То есть каждый победитель получит около 165 тысяч рублей. Кажется, что это большая премия, но на самом деле работа непростая, потому что нужно как-то так сделать, чтобы это было красиво, интересно и необычно. Вот и главное требование этих организаторов конкурса, чтобы это было оригинально и в цель попадало. Главное достоинство этой переписи в том, что она будет преимущественно электронной. Осуществить перепись можно будет на портале госуслуг. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.